Так, король валет. Можно играть 3-бет, можно кол. Сыграем, наверное, через кол. Играем огромный мультипот на кучу людей. 3-3-4 в пятевые банки. Будем сдаваться. Здесь в пятевые банки, скажем так, нужны очень жесткие аргументы, чтобы блефовать. И раздача тяжелее стала, чем была. Не такое ли у нас очевидное попадание? Играть все равно будет тяжело. Нужно как-то правильно реализовать его. Чекрейс, скорее всего, будем сдаваться. Будем смотреть, кто за чекрейс, каким размером. Ставить, я думаю, надо. В пятевые банки не хочу давать реализовываться соперникам. Поставлю полпот. Ой-ой-ой. Ах, блин. Проблема в том, что с дро господин Ромашка сам бы часто блефовал по терну. На самом деле, чекпуш выглядит довольно сильно. Возможно, это плохой пас, но я выброшу. Мне кажется, что мы слишком часто упремся в слоуплей. Да, у меня иногда здесь лучшая рука, но по совокупности, если что, два соперника против двоих ближе к пасу. Да, хорошо. Я рад, что выбросил.